Великолепие и грация кавказских танцев очаровали зрителей городов России. Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус» вернулся с гастрольного тура, посвященного столетию Карачаево-Черкесской республики. Хореографический коллектив побывал в 5 городах со своей яркой программой. С танцорами встретился наш корреспондент Алихан Лепшоков. Яркие танцевальные композиции буквально завораживали зрителей российских городов. Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус» в течение нескольких дней побывал в городах нашей страны. Красочные костюмы и прекрасные танцевальные номера никого не оставили равнодушными. Несмотря на сложности из-за пандемии, жители пришли на концерты и остались довольны выступлением наших артистов, отмечает художественный руководитель Исмаил Байрамкулов. Все это проходило в рамках столетия нашей республики, образование нашей республики, посвящались этому. И, если сказать о выступлениях, прошли очень бурно, торжественно и оставили мы впечатление как артисты, они нам как хорошие зрители. Каждый танец передает национальную самобытность наших народов, и мы постарались передать дух и нашу прекрасную культуру, отмечают артисты государственного ансамбля «Эльбрус». Зритель очень теплый, очень хороший. Буквально овации были очень жаркими, вставали, бис и так далее. Все как обычно. Нам очень нравится в России выступать, потому что люди ценят культуру, люди очень любят кавказскую именно культуру, ждут, идут. Даже был случай, что люди приезжали из других городов в тот город, где у нас должен был быть концерт. Зритель был просто бесподобный, встречал очень хорошо. И, естественно, и артисты уже хотели выступать. Хотели показать на все, что они способны, поэтому мы довольны. Виртуозные трюки и танцоры парят будто орлы. Важно отметить, что в гастрольном туре участвовали и начинающие артисты. Серьезная подготовка и та энергия от зрителей способствовали нашим артистам еще лучше выступать на сцене, отмечают балетмейстеры. Очень серьезно готовились. Молодежь повезли первые на 10 дней. Вот трюкачи новенькие. Не растерялись, для них большой опыт. Девочки новенькие были у нас, несколько девочек. 16 пар повели. Первый танец работали 16 пар, и обезьяк работали в конце 16 пар. И хотим это все дальше продолжить. После небольшого перерыва государственный ансамбль танца «Эльбрус» начнет подготовку уже к новым хореографическим номерам. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.